летом 1942 года на громадных просторах советской земли завязалось величайшее сражение, превзошедшее все, которое когда-либо знало человечество. 1942 год. Советский Союз продолжал один на один сражаться с гигантской машиной Гитлера. Они идут на Сталинград. Второй раз нам приходится отбивать натиск врага на этот город. Крупнейший стратегический пункт. Отдать Сталинград – это значит отдать противнику все преимущества. Сохранить – значит связать руки противнику, создать угрозу его коммуникациям. Совершенно верно. Несомненно, захват Сталинграда – важнейшая часть стратегического плана германского командования в эту кампанию. Мы еще не знаем всех подробностей этого плана, но мне кажется, что он более авантюристичен, чем прошлогодний план захвата Москвы. Шаблонный. Известная тактика, мощный клин, удар схода. Этим нас уже не запугать, ученые. А фланги у них растянуты, товарищ Василевский. Этого не следует забывать. Понимаю, товарищ Сталин. Необходимо вести беспрерывное наблюдение за флангами противника и отмечать появление каждой новой немецкой дивизии или дивизии союзников Гитлера. Это очень важно. Слушаю, товарищ Сталин. Итак, оборона Сталинграда. Нам надо выиграть время и обескровить противника. Что предпринято в этом направлении? По вашему приказу, 63-я армия выдвигается на рубеж. Павловск, Вешенская, Серафимович. Я полагаю, фронт Клецкая, Серафимович необходимо усилить. Что у нас есть в резерве? 21-я армия. Направьте ее в этот район. Слушаюсь. Как обстоит дело с формированием 57-й армии? Приступили, товарищ Сталин. Непосредственной близости от Сталинграда в резерве Ставки имеются две морских бригады, 6 батальонов из курсантов пехотного училища, переведенных с Северокавказского фронта, и дивизия НКВД. Так точно, товарищ Сталин. Согласно вашему указанию, я подготовил директиву о переброске их в Сталинград. И вот что. Как бы там ни плакались наши командармы, не обнадеживайте их относительно резервов. И ни одного батальона не давайте из-под Москвы. Ни одного. Слушаюсь, товарищ Сталин. Я могу идти? Да, до свидания. В июле 1942 года противник, расколов танковым тараном
Юго-Западный фронт, которым командовал Тимошенко, силами 6-й армии Паулюса и 4-й танковой армии Гота занял Миллерово, Кантемировку, Морозовскую, Боковскую. Навстречу врагу были брошены части 62-й и 64-й армии. Армейская группировка Клейста дерется на подступах к Ростову-на-Дону. Авангарды армейской группировки Вайкса вышли на оборонительный рубеж русских армий на западном берегу Дона. Генерал Вайкс слишком медленно совершает свой марш на восток. Я не могу задерживать моих армий на Дону. 25 июля мы должны быть в Сталинграде. Затем повернем на север и, двигаясь вверх вдоль Волги, отрежем Москву от Урала. Тогда армии центра ударят на Москву с запада. С падением большевистской столицы Советы, конечно, выйдут из войны. Какой колоссальный замысел. Я настаиваю на этом сроке. 25 июля мы должны быть в Сталинграде. Необходимо в полной мере использовать благоприятную обстановку. Особенно теперь, когда идут споры из-за второго фронта. Второй фронт, ёдль, бздор. Англосаксы не такие идиоты, чтобы спасать большевизм. После разгрома Совета фельдмаршал Роммель раз навсегда изгонит англосаксов из Африки и через Ближний Восток соединится с генерал-полковником Клейстом, который к 25 сентября должен взять Баку. Таким образом, мы отрежем Индию от Британии и станем обеими ногами на великом континенте. И отсюда бросим перчатку Америке. Продолжайте, фельдмарш. 6-я армия Паулюса, мой фюрер, нанесет удар 2 эшелонами. Армия Гота направит свой удар на Калач. Цель – захватить в клещи 62-ю армию Советов и овладеть переправами через Дон. Утверждал, что немцы перейдут Дон схода. Просчет, господин президент. Вся пресса твердила. Пресса? Что пресса? Она уговаривала нас не посылать оружие русским. Нам говорили, что оно попадет к немцам. А русские сражаются, как не сражалась ни одна армия в мире. Да, я видел это. Знаю Россию. Как вы полагаете, чем можно помочь ей? Вторжением на континент, господин президент. Это от меня не зависит. Британцы хлопочут о дешевой победе. Они кричат о Северной Африке, словно там решается судьба войны. Они воюют с 12 дивизиями Роммеля
между тем, как русские воюют с 240 дивизиями. Я думаю, господин президент, что один отряд солдат на побережье Франции будет значить много больше, чем две армии в Африке. В конце концов, политическое давление вынудит какой-нибудь операции на континенте. Мне кажется, господин президент, что все наши оценки германских береговых укреплений вдоль Ла-Манша – победа германской пропаганды. Существует одна вещь, для которой я слишком стар. Я не могу тянуть Черчилля через Ла-Манш в кандалах. Господин президент, великая возможность проходит мимо нас каждый миг. Я могу сказать только одно. Горе человечеству, если кто-нибудь посеет вражду между нами и Россией. 62-я и 4-я танковые армии Сталинградского фронта отошли на восточный берег Дона. В 20-х числах августа части армии Паулюса форсировали Дон. Командующему фронтом, генерал-полковнику Еременко. Оборона Сталинграда и разгром врага, идущего с запада и юга на Сталинград, имеет решающее значение для всего нашего советского фронта. Верховное главнокомандование обязывает вас не щадить сил и не останавливаться ни перед какими жертвами для того, чтобы отстоять Сталинград и разбить врага. Сталин, Василевской. В августе 1942 года в Москве происходили переговоры между председателем Совета народных комиссаров Союза СССР Сталиным и премьер-министром Великобритании Черчиллем. Господин Гарриман участвовал как представитель президента Соединенных Штатов Америки. Итак, мы пришли к выводу, мне тяжело говорить об этом, но... Здесь нет слабонервных, господин премьер-министр. Вторжение в Европу в этом году невозможно.
Великобритания не может позволить себе в данный момент рисковать в операции, которая не сулит ей решающей удачи. Значит, английские и американские деятели отказываются от торжественного обещания, данного нам весной этого года. Генерал Монтгомери в настоящее время занят подготовкой наступления в Северной Африке. Кроме того, как вы знаете, мы планируем грандиозную десантную операцию в Африке между Алжиром и Касабланкой. Это не отвлечет с нашего фронта ни одной немецкой дивизии. И даже больше того. Разведка донесла, что к Дону подходят части 8-й итальянской армии, а также отмечено прибытие дивизии из Африки, из армии Роммеля. Мы предполагаем еще вторжение в Сицилию. Но этот фронт будет скорее политическим, чем военным. И по сравнению с фронтом во Франции, он не будет иметь серьезного военного значения. Мы делаем все, что в наших силах. Такой образ действий, господин премьер, ничего хорошего в будущем не обещает. Мы привезли вам торжественное обещание правительств Соединенных Штатов и Великобритании. Вторжение во Францию состоится, но только в будущем, 1943 году. Оно нужно сейчас. Оно нужно не только нам, но и вам, и всему человечеству. Где гарантия, что и это торжественное обещание не будет нарушен? Господин британский премьер сможет опять доказать, что его страна не в состоянии жертвовать людьми. Господин премьер-министр, Советский Союз и его армия задержат наступление немцев, но вся ответственность за новые десятки тысяч жертв в Европе падет на голову тех, кто нарушил свои торжественные обещания. Все понятно. Компания в Африке, Италия. Они просто хотят первыми прийти на Балкан. Хотят дать нам истечь кровью, чтобы потом диктовать нам. Хотят добиться своих целей чужими руками. Не выйдет. Славяне будут с нами. Надеются, что мы сдадим Сталинград и потеряем плацдарм для наступления. И это не выйдет. Вячеслав Михайлович, надо в Сталинград послать Маленкова в качестве представителя Государственного комитета обороны и с ним товарища Василевского. И предоставить им самые широкие полномочия. Решено. Началось легендарное сражение за Сталинград. 62-я армия сдерживала натиск врага на дальних подступах к городу. 23 августа в 16 часов передовые части армии Паулюса прорвались к Волге. И в тот же день на Сталинград германское командование бросило 4-й воздушный флот.
Какими силами немцы прорвали фронт, товарищ Еременко? 150 танков и мотопехоты, товарищ Мальков. Член Государственного комитета обороны. Радиограмма из Ставки Верховного Главнокомандования. У вас имеется достаточно сил, чтобы уничтожить прорвавшегося противника. Соберите авиацию обоих фронтов и навалитесь на него. Мобилизуйте бронепоезда и пустите их по круговой дороге Сталинграда. Пользуйтесь дымами в изобилии, чтобы ослепить врага. Деритесь с прорвавшимся врагом не только днем, но и ночью. Используйте все артиллерийские и РЭСовские силы. Самое главное, не поддаваться панике, не бояться нахального врага и сохранить уверенность в нашем успехе. Сталин. 23 августа. Товарищ Еременко, один полк дивизии НКВД, двиньте на защиту тракторного и выезжайте в части. Произведите перегруппировку, как мы условились. Без шума, без крика. Положение серьезное, но не отчаянное. Едем, Александр Михайлович. Да, искать меня следует на северном фасе. Поднимайте народное ополчение. Мобилизуйте коммунистов, комсомольцев, рабочих. Надо любыми средствами отстоять город. Сколько у вас готовых танков? 60, товарищ Маленков. Пулеметы есть? 1500 танковых. Вооружайте ополчение. Есть. Thank you.
эти тяжелые дни люди Сталинграда не пустили противника в город и удержали северный участок фронта до прибытия регулярных частей Красной армии. Товарищам Маленкову и Василевскому. Сталинград могут взять сегодня или завтра, если северная группа войск не окажет немедленной помощи. Потребовать от командующего войсками, силами стоящими к северу и к северо-западу от Сталинграда, немедленно ударить по противнику и прийти на помощь сталинградцам. Недопустимо никакое промедление. Промедление теперь равносильно преступлению. К 4 сентября в районе Самофаловка, Широкая, Лозная сосредоточились части 7 стрелковых дивизий и 2 танковых корпусов. 63-я и 21-я армии вели бои за плацдармы на южном берегу Дона. 5 сентября северная группа войск нанесла ряд чувствительных ударов по прорвавшейся группировке армии Паулюса. Третья и 21-я армии вышли на линию Рубеженской, Котовской, Беляевской. Паулюс был вынужден бросить 12 лучших дивизий для отражения ударов с севера. Оборона Сталинграда возлагается с 12 сентября на 62-ю армию. Точка. Командующим назначается генерал-лейтенант Василий Иванович Чуйков. Точка. Военный совет фронта. Точка. Спасибо за доверие. Положение в Сталинграде, товарищ Чуйков, тяжелое. Но мы должны отстоять город во что бы то ни стало. Таков приказ товарища Сталина. Или умру в Сталинграде, или отстаю его. Хорошо.
Верим вам. Каково состояние частей, начальник штаба? Мы не можем, товарищ командующий, выставить против неприятеля ни одной полной дивизии. Да. Командный пункт армии под непрерывным обстрелом, товарищ Чуйков. Да. И до переднего края 2 километра. Неправильно, товарищ Куров. Где войска, там и должен быть штаб армии. Ну, Крылов, я думаю так. Если будем отбиваться, сомнут нас в два счета. Наступать надо. Обороняться наступая, вот наша тактика с этого часа. На подготовку удара ответим контрудар. Пиши. Приказываю 399-й дивизии 140 штыков контратаковать противника в направлении авиагородок. Одному полку дивизии Сараева контратаковать противника Война знает и короткие, и длинные пути ада. Конец нашего пути ясен. Весь мир знает генерала Паулюса и его армию. Вы раздавили Польшу. Вы прошли Францию до Орлеана. И я раздавлю русских здесь, на Волге. Телеграмма от фюрера. Меня вызывают в Винницу. Адам, самолет. Генерал Паулюс, вы обманули мои надежды. Сегодня 12 сентября, а русские все еще не выбиты из Сталинграда. Мой фюрер, большевики контратакуют меня беспрестанно. Я не могу взять с Северного фронта ни одной дивизии. Предназначенные мне пополнения не прибыли, но я обещаю вам... Мне не нужны ваши обещания! Вы должны исполнять мой приказ! Когда вы возьмете Сталинград? Я приложу все усилия, мой Вы фюрер. Рискуете головой, если к 20 сентября Сталинград не будет взят. Вы свободны. Фельдмаршал Кейтель! Вы срываете выполнение важнейших задач этого года. Я открою вам карты. Как только Сталинград будет взят, Турция и Япония обрушатся на Советы. Вы понимаете теперь? Сталинград будет взят, мой фюрер.
наступать, наступать. Не жалейте сил, они выдыхаются. Приведи сводку! Приведи сводку! На левом фланге 425-го полка 50 танков противника, поддержанные 20 самолетами, прорвались на Луговую улицу. Уничтожен наблюдательный пункт командира полка. Командир полка майор Уваров погиб. Полк принял капитан Свиридов. Полка с 50 танками после артподготовки прорвал оборону в стыке между 218 и 46 полками. По оврагам долгий крутой прорывается к Волге. Имеющимися силами остановить противника невозможно. 81-й! 81-й! Телефон 95-й! Докладываю обстановку! 50 танков противника прорвались в авиагородок! Батальон Попова несет большие потери! В батальоне осталось 20 человек! Тяжело. Нет сил, как тяжело. Если бы знал, товарищ Сталин. Он знает. Сталинградскую сводку. Здравствуйте, Сталин. 13-ю гвардейскую дивизию Родимцева из резерва главного командования немедленно передайте Чуйкову. У них там очень тяжело. Грузить пехоту. Есть, грузить пехоту. На посадку! Нельзя ждать ночи, товарищи капитаны. Будем переправляться. Прорвемся.
первый эшелон погружен. Хорошо. Отправляйте. И грузите второй. Есть. Грузить второй. Всем кораблям поднять якоря, отдать швартовые. Есть. Всем кораблям поднять якоря, отдать швартовые. Есть. Приготовиться к отходу. Полный вперед! Ясно. С полком Матвеевой связи нет. Вернулся офицер штаба с докладом. Полк потерял до 80% личного состава. Отбил 10 атак. Но противник, неся громадные потери, прорвал оборону. И ведет бой на западных склонах Мамаева кургана. Первый батальон для усиления 315-го полка. Немцы овладели домами специалистов и ведут обстрел переправы. Командующий, командир 13-й гвардейской стрелковой дивизии, гвардии генерал-майор Родимцев, прибыл в ваше распоряжение. Итак, 6-я армия Паулюса, 4-я танковая Готта. На флангах
итальянцы и румыны. А как бы вы, товарищ Василевский, отнеслись к идее, выраженной вот так? Получается, для немцев огромный мешок, в который должны попасть две немецкие армии. Самое главное – выбрать момент удара. Совершенно верно, товарищ Василевский. Если поспешим, можем втянуться в невыгодную для нас длительную борьбу, но нельзя и опоздать с ударом. Смело, товарищ Сталин. Смело. Я много думал, товарищ Василевский. Враг у Волги и на Кавказе. Мы сражаемся в одиночку. Наши контратаки не дают должного результата. Дивизии гибнут. Люди гибнут, товарищ Василевский. Тяжело. Трудно. Один говорит одно, другой другое. Один настаивает ограничиться только тем, чтобы отогнать немцев от Сталинграда. Другой уговаривает подождать помощи союзам. И все требуют резервов. Нет, товарищ Сталин, положение таково, что мы не можем ограничиться полумерами. Нет, нет. Мы должны поставить противника перед лицом катастрофы. Я прошу вас сесть за разработку плана. Запритесь на несколько дней, выключитесь из всего. Только это должно быть перед вами. Слушаюсь, товарищ Сталин.
Товарищ лейтенант! Товарищ лейтенант! Фрицы опять наступают! Стоять насмерть. Товарищ лейтенант, командир полка приказал держаться. На помощь выслан взвод автоматчиков. Проведи их подвалом. Так. Торопись! Есть. Товарищ лейтенант. Приказываю. Доношу. Гвардейцы не отступили. Погибли героями за город Сталина, но врага не пустили. Лейтенант Колеганов. Он умер? Так точно, товарищ генерал. Весь батальон погиб. Thank you.
чем нуждается Ленинград? Мы получаем все, что возможно, Иосиф Виссарионович. Товарищ Поскребышев, прошу вас вызвать ко мне завтра в 11 часов всех, кто занимается доставкой в Ленинград продовольствия и топлива. Да. Корреспондент американского агентства прислал мне три вопроса. Смотрите. Здравствуйте, Вячеслав Михайлович. Просмотрели ответы любознательному американскому корреспонденту? Ну что ж. Хорошо, хорошо. Здесь, пожалуй, самый интересный третий вопрос. Ответ на третий вопрос будет такой. Я думаю, что советская способность к сопротивлению немецким разбойникам по своей силе ничуть не ниже, если не выше, способности фашистской Германии или какой-либо другой агрессивной державы обеспечить себе мировое господство. Ответ на вопрос и предупреждение на будущее. Приехал товарищ, которого вы просили вызвать. Это мой старый друг, еще с Царицына. Я поговорю с ним дома, позже. Вот эти сведения приготовьте завтра к заседанию Государственного комитета обороны. Это отправьте срочно. Эти книги приготовьте к утру. Устал ты, Иосиф? Не я один. Ты обо мне не беспокойся. Ты о себе побеспокойся. Я еще 100 лет выстою. Все равно тебе надо отдохнуть. Посмотри, сколько седых волос. Было бы странно, если бы их не было. Да. Ты такой же неугомонный, как всегда. Такая уж должность. Нет.
Это от характера. А вот узнал, что ты приехал в Москву из своих дальних краев, захотелось повидаться. Я следил за тобой все эти годы. Мы недавно обсуждали твой новый проект. Хорошее, своевременное предложение. Нам очень важно, как можно быстрее наладить производство нового вооружения. Старая гвардия, ты радуешь меня. Ты радуешь нас каждый день. Когда порадуешь нас большой победой? Всему свое время. Как там у вас живут рабочие? Тяжело народу. Да. Тяжелая война. Ты знаешь, народ верит в победу и даст армии все, что нужно. Но в народе, Иосиф, один разговор. Долго ли будем обороняться? Наша оборона, мой друг, закономерная необходимость. И эта оборона приведет противника к поражению. Прости, я не понимаю. К поражению? Но для этого надо наступать. Ведь наши контратаки только сдерживают врага. Не надо смешивать контратаку с контрнаступлением. Хорошо организованное контрнаступление – очень интересный вид наступления. Хорошо знал Кутузов. Он победил французскую армию с помощью хорошо организованного контрнаступления. Мы готовим большое стратегическое наступление в районе Сталинграда. Но почему именно район Сталинграда ты избрал для контрнаступления? Ведь там сосредоточены главные силы немцев. Вот-вот-вот, в этом и состоит наша стратегия. Наносить главный удар там, где он может дать максимум результата. И этот удар приведет Германию к катастрофе. К катастрофе? Но они же не только под Сталинградом. Они в Смоленске, под Ленинградом, рядом с Баку. Они еще очень сильны. Наполеон в битве при Бородино был очень силен. А вот послушай, что пишет Толстой, о чем думал тогда Бонапарт. Когда он перебирал в воображении всю эту странную русскую кампанию и слушал донесения о том, что русские все стоят, страшное чувство, подобно чувству, испытываемому в сновидениях, охватывало его, и ему приходили в голову все несчастные случайности, могущие погубить его. Да. Это было как во сне, когда человеку представляется наступающий на него, и человек во сне размахнулся и ударил, и чувствует, что рука его
бессильная и мягкая, падает, как тряпка, и ужас неотразимой погибели охватывает беспомощного человека. Так-то оно бывает со всесильными. Хорошо. Очень хорошо. А не кажется ли вам, товарищ Василевский, что Сталинградский фронт надо расчленить на два фронта? Участок от Клецкая до Волги именовать, ну скажем, Донским, а отсюда до Калмыцких озер Сталинградским. Совершенно правильно, товарищ Сталин. Кого вы предлагаете командующим Донским фронтом? Донским? Товарища Рокоссовского. Да, пожалуй. Очень хорошо. Рокоссовский. Прекрасная мысль. Простите. Соедините меня с командующим Брянским фронтом, товарищем Рокоссовским. Я просматривал наш боевой устав, товарищ Василевский, и предлагаю внести в него некоторые изменения. Я исходил из опыта боев в Сталинграде. Мне кажется, что в этом уставе очень многое устарело. Линейная тактика отжила. Место командира в бою перемещается. Возникла необходимость создания мощных подвижных соединений и так далее. Просмотрите и доложите мне свои соображения. Слушаю, товарищ Сталин. Здравствуйте, товарищ Рокоссовский. Как дела на фронте? Тихо говорите. Ха. Совсем тихо. Ха. Может быть, вас тянет на более живое дело? Сейчас мы создаем из Сталинградского фронта два фронта. Сталинградский. Он будет оборонять город непосредственно, и Донской, задачи которого будут много шире. Мы предлагаем вам командовать Донским фронтом. Вы подумайте, ответьте мне завтра. До свидания. Я полагаю, согласиться. Это будет очень хорошо, товарищ Сталин. Итак, мы немедленно начнем концентрацию сил. Прикажите передвижение войск совершать только ночью. Запретите пользоваться радио. Никакой переписки по поводу операции быть не может. Даже шифром. Слушаюсь, товарищ Сталин. И последнее. Какой срок, вы полагаете, вам нужен, чтобы подготовить операцию? Я думаю, мы уложимся месяцев полтора. Только не больше. Поясняю. В ближайшее время наступательные способности Паулюса и Гота иссякнут совершенно. Оперативные резервы у них на исходе. Возможно, что, поняв бесплодность наступление на Сталинград, противник примет решение перейти к обороне. И тогда, естественно, начнет отвод войск из района Сталинграда. К нам никак нельзя допустить вывода неприятельских сил из острия клина. Выполним, товарищ Сталин.
А что, если прежде чем утверждать этот план, я попрошу вас, товарищ Василевский, поехать в район намечаемой операции, проверить наличные силы, возможность их использования, подготовить фронты к приему новых частей, посоветоваться с командующим? Мне бы это было только на пользу. Я на месте откорректирую окончательный вариант плана. Я полагаю, что вместе с вами должен поехать и командующий артиллерией товарищ Воронов. Необходимо, товарищ Сталин. Ну что ж, вот. Ну что ж, если у вас нет срочных дел, завтра же и выезжайте. Более срочных дел, чем это, нет. Желаю успеха. Привет командующим. До свидания. До свидания. Наступил октябрь. Немцы не сломили обороны армии Чуйкова. Бои шли за каждый квартал, за каждую улицу, за каждый дом. Фронт передал мне директиву товарища Сталина о способах ведения уличной борьбы. Будем действовать на основании ее. Пиши. Бой внутри дома. Бешеный бой. Здесь не зевай. Действуй быстро. Знай, поворачивайся. Yeah.
Синя небо не растет ничего, только ветер свободный гуляет. Дом могучий орел свой притон там завел, и на нем свой искал. Генерал-лейтенант Рокоссовский прибыл, товарищ Сталин. Да, просите. Прибыл по вашему приказанию, товарищ Сталин. Здравствуйте, товарищ Рокоссовский. Передали фронт? Так точно, товарищ Сталин. Назначайтесь на Донской. Отправляйтесь немедленно. В Сталинграде тяжелые дни. Помните, город во что бы то ни стал, должен быть удержан. Атакуйте противника ежедневно, непрерывно. Свяжите его резервы. Отвлекайте его силы от армии Чуйко. Задачу понял, товарищ Сталин. Разрешите приступить к выполнению? Да. Звоните мне чаще и уж не обессудьте, если и я буду тревожить вас. До свидания. Желаю вам успеха. Все заветные думы Степана и лесовой одной вспоминает порой. Теперь мы приступаем к осуществлению заключительного этапа стратегического плана Верховного Главнокомандования. Операция задумана как разгром в начале фланговой группировок противника. Главный удар закончится окружением основных сил противника, 6-й армии Паулюса и 4-й танковой Гота. Войска Юго-Западного и Сталинградского фронтов замкнут кольцо окружения в районе Калач. Что касается деталей операции, они по мысли товарища Сталина должны быть разработаны представителем Ставки с командующими фронтами на месте. У нас давно уже нет представителя Ставки в районе Сталинграда.
Жуков еще летом переведен из района Сталинграда на Украинский фронт, есть предложение назначить Василевского представителем ставки в районе Сталинграда на все время операции. Возражений нет? Решено. Дальше. Осуществление операции под Сталинградом потребует максимального напряжения всех сил страны. Задача тыла – сделать все для контрнаступления и разгрома врага. Нужно призвать рабочих, колхозников, всю советскую интеллигенцию работать с удвоенной энергией. Заключительный вопрос. День начала контрнаступления. В ноябре, товарищ Сталин. Мы начнем. Контрнаступление в районе Сталинграда в ноябре. В соответствии с намеченным планом операции окружения немецких войск под Сталинградом, нами заканчивается сосредоточение дополнительных сил и средств и производится перегруппировка внутри фронтов и армий для создания ударных групп. Хорошо.
Как с Юго-Западным фронтом? Формирование Юго-Западного фронта под командованием генерала Ватутина закончено, товарищ Сталин. Помимо армии, переданных из состава Донского фронта, Юго-Западный фронт получил, согласно вашему приказанию, из резерва Ставки 4 стрелковых дивизии, 2 танковых корпуса, 1 кавалерийский корпус, 13 армейских артиллерийских полков, 7 армейских и 6 гвардейских минометных полков. Сталинградский фронт? Сталинградский фронт получил из резерва Ставки 1 танковую бригаду. Простите. Сталин. Сегодня на рассвете немцы ввели свежую дивизию, усиленную 150 танками. К исходу дня они прорвались к тракторному заводу и отрубили от армии Чуйкова группу полковника Горохова. Тракторный сдан. Противник рвется к Волге, к баррикадам. Он хочет разрубить 62-ю армию и уничтожить ее по частям. Этого нельзя допустить, товарищ Василевский. Прикажите Рокоссовскому немедленно контратаковать противника. Вот здесь. И передайте Чуйкову из резерва Ставки 138-ю дивизию Людникова. Слушаюсь. Да, положение тяжелое. Дальнейший отход невозможен, товарищ Василевский. Сталинград сковывает неприятельские силы. И сейчас, когда идет подготовка наших войск к переходу в решительное наступление, удержание Сталинграда приобретает исключительно важное значение. Передайте по прямому проводу командующему Сталинградским фронтом товарищу Еременко. Я требую, чтобы для защиты Сталинграда были приняты все меры. Сталинград не должен быть сдан противнику, и та часть Сталинграда, которая занята противником, должна быть освобождена. Сталин. Передайте немедленно. Я могу идти, товарищ Сталин? Да. До свидания.
между Горишным и Люшниковым! Опять на баррикады! Какими силами? На трех дивизий с танками. Прикажите дивизиям Горишного и Бытюка контрзаковать противника в этом направлении. Задача – уничтожить противника, прорвавшегося на территории баррикады и Красный Октябрь. Слушаюсь. Ледостава жди с часу на час. Вот уж когда беда, товарищ командующий. Сообщение с левым берегом совсем рухнет. И надолго. Зелёд! Вчера был в Саратове. Завтра жди у нас. Как Людникову. Идет теперь так. Между мной и 95-й дивизией 200 метров. Вот они-то и заняты противником. Однако немцы, заняв обрыв Волжского берега, фактически к Волге не вышли. Им мешают слева Горишный, который держит под обстрелом вот этот район берега, а здесь не пускаем их к Волге мы. Да. Но положение все-таки скверное. И боеприпасы кончаются. Сегодня ночью бронекатера должны подвести боеприпасы, пополнение и вывести раненых. Да. Что там? Лед пошел по Волге, товарищ Чуйков. Шуга невиданной силы. Опять начал. Опять на баррикаду. Ледоход полностью нарушил связь и прервал сообщение с левым берегом. В дивизии нет боеприпасов. Пополнение не прибывает. Раненые не вывозятся. Какие приняты меры для помощи сталинградцам? Делается все, что возможно, товарищ Сталин. Боеприпасы и продовольствие сбрасываются с самолетов. Этого недостаточно. Катера Волжской флотилии пробовали пробиться? Каждую ночь, товарищ Сталин. Но движение льда все нарастает. Кроме того, Волга днем и ночью простреливается немцами пулеметным и минометным огнем. Передайте морякам Волжской флотилии, надо пробиться. Слушаюсь, товарищ Сталин. Дорогой Иосиф Виссарионович, мы, защитники Сталинграда, хотим сказать вам и через вас всему советскому народу, что дух наш бодр, воля тверда, руки наши не устали разить врага. Мы пишем вам в разгар сражения на крутом берегу великой русской реки Волги. Решение наше с
стоять насмерть у стен Сталинграда. Посылая это письмо из окопов, мы клянемся. Я, гвардии генерал-майор Родинцев, бойцы и офицеры дивизии, я, полковник Дудников, офицеры и бойцы, командир гвардейской дивизии Гурьев, бойцы и офицеры, клянемся вам перед лицом наших отцов, посидевших героев царицынской обороны, перед полками товарищей других фронтов, перед нашими боевыми знаменами, перед всей советской страной, клянемся, что до последней капли крови, до последнего дыхания, до последнего удара сердца будем отстаивать Сталинград и не допустим врага к полу. Начинаем наступление в районе Сталинграда. Второе после Московской битвы. Наступление большой мощи и несравнимая по задаче, поставленной перед нами. Должен быть достигнут перелом в ходе всей войны, в ходе всей истории. Ваш Юго-Западный фронт, товарищ Ватутин, наносит главный удар. Ваш Донской фронт, товарищ Рокоссовский, наносит вспомогательный удар. Сталинградский фронт, товарищ Еременко, начнет наступление на день позже. Приказ Верховного Главнокомандующего. Враг уже испытал однажды силу ударов Красной армии под Ростовом, под Москвой, под Тихвином. Недалек тот день, когда враг узнает силу новых ударов Красной армии. Будет и на нашей улице праздник. Начинайте, товарищ Василевский. Товарищ
обрушили на нас тысячи тонн металла. Они ломают нашу оборону. Я никогда не предполагал возможности так тщательно скрытых приготовлений. Прикажите командующему 14-м танковым корпусом немедленно направить две танковые дивизии, 16-ю и 24-ю, в район возможного главного удара русских. Но он не может взять моторизованные части. Чуйков наступает снова. В таком случае пусть туда двинутся танки и те части, которые не находятся на передовой. Но немедленно. Соедините меня с генерал-полковником Вайксом. Штаб Вайксен. Генерал-полковник. Генерал-полковник Вайкс спит, господин генерал. Говорит генерал Паулюс. Разбудите генерал-полковника. Что? Что случилось? Господин генерал-полковник, русские начали наступление на участке Вешенское-Клецкое. Советского информбюро. Сегодня, 19 ноября, Красная Армия перешла в наступление в районе Сталинграда. Фельдмаршал Кейтель. Фюрер разрешил взять Западного фронта 11-й дивизии. Она уже грузится. Сообщите об этом генерал-полковнику Вейксу и бросьте в бой из резерва 62-ю дивизию и 294-ю, стоящую в районе Миллерова. Докладываю, товарищ Василевский. Войска Юго-Западного фронта прорвали позиции противника. Пехота ведет бой в глубине вражеской обороны.
взорван. Дайте мне карту расположения войск на Донском фронте русских. Полковнику Василевскому фронт прорван. Сейчас я свяжусь с командованием группы Б. Вайхса! Господин генерал-полковник, русские нанесли еще удар на Донском фронте. В районе Клецкое и Мелоклецкое. Фронт прорван на 6 километрах. Задонская группировка Штрекера под угрозой. Не исключена возможность, что Паулюс, боясь окружения корпуса Штрекера, может вывести его. Этого нельзя допустить. Я бы предложил во избежание катастрофы отвести корпус Штрекера на восточный берег Дона. Направьте 2 танковые бригады с задачей преградить пути отхода задонской группировки. Танки русских устремились на юг. Вызовите командующего Юго-Западным фронтом. Аппарат командующий. Понимаю, товарищ Рокоссовский. 3-й гвардейский кавкорпус уже вышел на пути отхода корпуса Штрекера. У меня больше нет резервов. Господин генерал-полковник. Господин генерал-полковник, русский кавалерийский корпус заходит в тыл корпуса Штрекера. Да. Штрекер настоятельно просит об отводе его частей. Прорыв расширяется. Они могут отрезать наши резервы. Если они быстро введут в прорыв подвижные соединения, они разобьют и уничтожат нас по частям. Прикажите подвижным группам приступить к выполнению задачи. Вводите в прорыв 4-й танковый корпус. Нет, что на участке 6-го румынского армейского корпуса. Дайте карту. Сталинградским фронтом. Докладывает генерал Толкучин. 57-я армия во взаимодействии с 51-й прорвала фронт 6-го румынского корпуса. 20-я, 2-я и 18-я дивизии румын полностью разгромлены. Хорошо, товарищ Толкучин. Продолжайте наступление. Расширяйте прорыв
и подготовьте к вводу подвижные соединения. Бросьте против наступающей 51-й армии русских 371-ю дивизию. Усильте ее 70 танками. Если еще не поздно. Кажется, уже поздно. Штаб 371-й. Дайте приказ командующим 51-й и 57-й армиями ввести в прорыв подвижные соединения. Четвертый мехкорпус вошел в прорыв, товарищ Хрущев. Хорошо, товарищ Труфанов. Вожу в прорыв подвижные соединения. Русские пустили подвижные соединения. Это уже катастрофа. Надо доложить фюреру. Рано! Рано! Еще есть возможность ликвидировать прорыв. Но чем? Чем? Докладываю, товарищ Сталин. Неприятельский фронт прорван одновременно в нескольких направлениях. В прорыв введены танковые, кавалерийские и механизированные корпуса. Сражение развернулось на огромной территории и охватило всю оперативную глубину вражеской обороны. Обозначился успех на всех направлениях. Не прекращайте боевых действий и ночью. Преследуйте и уничтожайте противника. Фюрер приказал немедленно восстановить фронт. К сожалению, это невозможно, господин фельдмаршал. Что? Надо собрать все резервы и нанести русским массированный контрудар. Мы бессильны. Что-либо сделать, господин фельдмаршал. Вся система управления войсками парализована. Прикажите командирам 4-го и 13-го мехкорпусов быстрее прорваться в тыл, обходя и блокируя вражеские очаги сопротивления. Пусть перерезают коммуникации, громят штабы, резервы и отступающие части противника. Слушаюсь. Обеспечьте действия подвижных групп с воздуха двумя истребителями авиадивизиями. Авиоразведка доносит. Корпус Штрекера начал отход. Доложите генералу Ватутину. Слушайте. Связи со штабом Штрекера нет. Они отрезают наши резервы. Они прорвались в наш тыл. Господин генерал, танки русских в 3 километрах. Откуда танки?
14-я танковая дивизия отступает под ударами русских. Адам, самолет. Прикажите командиру 4-го танкового корпуса ускорить движение на Калач. Докладывает командир передового отряда 4-го танкового корпуса. Выдвинулся Селиванов. Разгромил тылы и штаб немецкой пехотной дивизии. Согласно вашему приказанию, продолжаю движение на Калач. Слушаюсь. Выясните, наконец, где генерал Готта, где его армия. Зигфрид. Со штабом генерала Готта связи нет. Соедините меня с генерал-полковником Байксом. Группу Б. Генерал Паулюс. Ну? Господин генерал-полковник, я нахожусь в Нижней Черской. Я не могу больше противостоять наступающим русским. Я не знаю, где генерал Готта, где его армия. Я не знаю, где Штрекер. Что делать? Командир передового отряда 4-го мехкорпуса. Согласно вашего приказа, занял станцию Карповка. Захвачены пленные и богатые трофеи. Продолжаю движение на Калач. Запросите генерала Ватутина, каково положение на участке 4-го и 5-го румынских корпусов с так называемой Распопинской группировкой. Докладывает бригадный генерал Станеску. Русские обошли с юго-востока правый фланг нашей группировки. 6-я и 13-я пехотные дивизии отходят к селению Распопинское. Дивизия под угрозой окружения. Товарищ Сталин интересуется, как с Распопинской группировкой. Покончили? Группировка в составе 4-го и 5-го армейских румынских корпусов окружена, товарищ Василевский. Хорошо. Прикажите генералу Ватутину
вынудить их к капитуляции. Слушаюсь. Остатки румынских частей сбились в селении Распопинское. Товарищ полковник, получен приказ вынудить румын к капитуляции. Начать обстрел селения. Судьба наших дивизий предрешена. Надо начать переговоры о прекращении военных действий. Где? Где третья румынская армия? Связь с третьей армией полностью нарушена, господин маршал. Я вас спрашиваю, где третья румынская армия? Где она? Где? Полученные сведения. Командиры 5-й, 6-й румынских дивизий генералы Ласкар и Мазарини взяты в плен вместе со своими штабами. С ними сдалось 6 тысяч солдат. Румыны! Я говорил, я предупреждал фюрера! Верховному главнокомандующему товарищу Сталину докладываю. Распопинская группировка капитулировала. Кроме того, в ходе наступательных боев нашими частями разгромлены 11 пехотных дивизий, 2 танковых и 1 кавалерийская. Уничтожено 95 тысяч и взято в плен свыше 72 тысяч неприятельских солдат и офицеров. Полковник Кадайцев на штаб отошел на юго-восток. Все развалилось. По слухам, войска отступают к Сталинграду. Штаб потерял связь с армией. Ваша армия отошла, даже не оказав сопротивления. Да, но... Мы не сдаются без боя. Где генерал Готта? Генерал Паулюс. Ну? Что? Ответа нет. Не знаю. Я могу попытаться вывести армию узким коридором, еще не занятым русскими. Я радировал фюрера. Ответа нет. Простите, что потревожил, товарищ Сталин. Перехвачено радио Паулюса Гитлеру. Не беспокойтесь, товарищ Василевский. Во-первых, они уже опоздали, это вы и сами видите. А кроме того, немцы не могут оставить Сталинград. Сейчас для них решается судьба всего Восточного фронта. А может быть и судьба всей войны. Заканчивайте спокойно операцию.
генерал Паулюс еще имеет возможность вывести свою армию узким коридором. Он ждет ответа, мой фюрер. Приказываю ни в коем случае Сталинграда не оставлять. От этого зависит судьба всего фронта. Если котел неминуем, превратить его в крепость и держаться. Под нами калач. Неизвестно, в чьих он руках. Бои идут вокруг. Если русские ворвутся в калач, конец. Мы в котле. Передового отряда 4-го танкового корпуса Юго-Западного фронта. Командир передового отряда 4-го мехкорпуса Сталинградского фронта. Поздравляю вас, товарищ полковник. Поздравляю вас. Счастлив сообщить вам, товарищ Сталин. Сегодня, 23 ноября, завершено окружение немецких армий под Сталинградом. Части 4-го танкового корпуса Юго-Западного фронта, 4-го мехкорпуса Сталинградского фронта соединились. 22 немецкие дивизии были крепко заперты в стальном кольце наших войск. Товарищ Василевский, вы сделали огромное дело. По мере своих сил, товарищ Сталин. Мера неплохая. Здравствуйте, товарищ Ватутин. Блестяще провели операцию. Поздравляю. Делали согласно вашим указаниям, товарищ Сталин. Указаниям. Указывать легче всего. Так вот, недавно Гитлер обратился к окруженным войскам с приказом. Он требует ни при каких условиях не оставлять позиций под Сталинградом. Естественно, Паулюс приковывает к себе 6 наших армий. Германское командование стягивает крупные силы в район Тормосин, товарищ Сталин. Так, а в Котельниково? Группа фельдмаршала Манштейна в составе 7 дивизий. Кроме того, туда переброшена 23-я танковая дивизия с Северного Кавказа. Поспешили они брать с Кавказа? И 17-я танковая дивизия переброшена из-под Брянска. Тоже не очень умно. Так, очевидно, следует ожидать наступления как Тормосинской, так и Котельниковской группировок. Так точно, товарищ Сталин. А мы их предупредим. Мне известны ваши намерения, товарищ Ватутин. Вы предполагаете направить главный удар на юг. Так точно, товарищ Сталин. Мне кажется, этот удар необходимо направить на юго-восток. Понимаю, товарищ Сталин. Только этим исключается возможность помощи войскам Паулюса извне. Когда думаете начинать? 15-16 декабря, товарищ Сталин. До свидания.
задачу уничтожения группировки Паулюса, мне кажется, нужно возложить на товарища Воронова. Я просил его приехать, он сейчас будет. Тут не может быть двух мнений, товарищ Сталин. Николай Николаевич побывал там за это время много раз. Местность знает отлично, и людей тоже. Да, и кроме того, роль артиллерии в этой операции будет крайне велика. Генерал-полковник Воронов прибыл, товарищ Сталин. Просите. Здравствуйте, товарищ Воронов. Мы решили поручить вам разгром окруженной армии Паулюса. Наши наступающие части сильно переутомлены. Кроме того, значительная часть артиллерии отстала и принять участие в бою сейчас не может. Да, понадобится время, чтобы ее подтянуть. Очевидно. Как бы ни хотелось нам скорее разделаться с Паулюсом, раньше января мы не сможем начать этой операции. Я прошу вас, товарищ Воронов, и товарища Рокоссовского, разработать план предстоящей операции. Когда бы вы могли доложить его? Что-нибудь к концу декабря, товарищ Сталин, чтобы успешнее и быстрее провести эту операцию. Надо тщательно и всесторонне подготовиться. Согласен. До свидания. Желаю успеха. А теперь, товарищ Василевский, займемся действиями на других фронтах. Попытки немецкого командования освободить окруженную группировку Паулюса были ликвидированы мощным ударом советских войск, разгромивших 8-ю итальянскую, 3-ю румынскую армии и группу фельдмаршала Манштейна в районах Тормосин и Котельниково. Господин генерал-полковник, вы просили приготовить материалы для отправки доклада фюреру. К сегодняшнему дню наши дивизии сжаты на территории, не превышающей 1500 квадратных километров. Эта территория насквозь простреливается огнем дальнобойной артиллерии. В результате боев погибло около 80 тысяч человек. В данное время у нас 40 тысяч больных и раненых. Зимнего обмундирования нет, солдатский рацион снова сократился. Я должен добавить, некоторые генералы снова предлагают, вопреки приказу фюрера, попытаться прорваться, мобилизовав все боеспособные части. Ответственность возложена на меня. Предложите прекратить эти преступные разговоры, иначе я буду отдавать под суд. У нас не менее 200 тысяч солдат, большое количество орудий, минометов. Мы можем и будем держаться.
Ликвидация группировки Паулюса должна быть закончена в кратчайший срок. Мы должны освободить значительную часть наших войск для действия на других направлениях. Как видите, товарищ Сталин, операция спланирована, исходя из вашей идеи расчленения окруженной группировки на несколько частей, с последующим уничтожением каждой в отдельности. Удары по скрещивающимся направлениям и последовательное сужение плацдарма окруженных войск противника. Таков общий замысел операции, товарищ Сталин. Так. Более подробно доложит товарищ Рокоссовский. Разрешите, товарищ Сталин? Прошу. Главный удар силами Донского фронта я наношу с запада на восток. В общем направлении на хутор Гончара, завод «Красный Октябрь». Армии Сталинградского фронта наносит вспомогательный удар. Операция распадается на три последовательных этапа. Первый. Уничтожение западной и северо-восточной частей группировки противника. Второй. Уничтожение неприятельских войск в районе Песчанка, Сталинград, Гумран. И третий. Очистка всего района от оставшихся групп противника. Имейте в виду, что у Паулюса не менее 200 000 активных штыков и превосходство в танках и самолетах. Но зато, товарищ Сталин, мы во много раз сильнее его по части артиллерии. А, знаменитая книжка. Верю, верю, товарищ Воронов. Артиллерия – бог войны. Верю. Я буду называть круглые цифры. В артиллерийской подготовке участвуют 2000 орудий, свыше 3000 минометов, кроме того, значительное количество гвардейских. Но тут уж Николай Николаевич развернется. На отдельных участках плотность артиллерии будет достигать до 200 орудий на 1 километр фронта, товарищ Сталин. Да. Тыл поработал отлично. Когда намечается начало операции? Примерно будем готовы в начале января, товарищ Сталин. Так. Ну что же. План одобрим, а? Возражений нет, товарищ Василевский? Да я бы только предложил, товарищ Сталин, силы обоих фронтов, Донского и Сталинградского, сосредоточить под единым командованием товарища Рокоссовского. Согласен. Прикажите передать в распоряжение товарища Рокоссовского 62-ю, 64-ю и 57-ю армии. Слушаюсь, товарищ Сталин. Товарищ командующий фронтом. Я с особенной радостью принимаю под свое командование вашу славную армию, товарищ Чуйков. Бились
Как умели, товарищ командующий. Да. Туго вам пришлось. Теперь уже все позади, товарищ Рокоссовский. И все впереди. Так вот, поговорим о том, что будет впереди. Ставлю вашей 62-й армии боевую задачу. В ходе общего наступления, используя успех на других направлениях, бить навстречу 21-й армии. Место соединения — Мамаев-Курган. Советское правительство не хочет напрасного пролития крови. Мы хотим также дать возможность Паулюсу избавить своих солдат и офицеров от холода и голода. Предложите им сдаться. Предъявите ультиматум Паулюсу. Командующему 6-й германской армии, генерал-полковнику Паулюсу. Dem Befehlshaber der 6. deutschen Armee, Generaloberst Paulus. Или его заместителю и всему офицерскому и рядовому составу. Oder seinen Stellvertreter sowie sämtlichen Offizieren und Soldaten. Окруженных германских войск под Сталинградом. Я прочел текст ультиматума. Необходимо предложить, товарищ Воронов, больше льгот солдатам и офицерам Паулюса. Больше льгот. Мы гарантируем всем прекратившим сопротивление офицерам и солдатам жизнь и безопасность. Всем сдавшимся будет немедленно установлено нормальное питание. Всем раненым, больным и обмороженным будет оказана медицинская помощь. Ваше положение безнадежно. И дальнейшее сопротивление не имеет никакого смысла. Und jeder weitere Widerstand sinnlos. Ответа от фюрера еще нет? Нет. Господин генерал-полковник. При отклонении вами нашего предложения о капитуляции предупреждаем. Будете нести вы. Für deren Vernichtung tragen Sie. Они нам угрожают. Хотят поставить нас на колени. Да, я отвечу за великую Германию. Я. Капитуляция исключена. 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 Thank you.
Противник понес огромные потери. На поле боя обнаружено 127 подбитых орудий, около 400 пулеметов, свыше 80 танков. Захвачены богатые трофеи. 300 орудий, 104 танка, 324 миномета, 60 бронированных транспортеров, 3000 автомобилей, склады боеприпасов и другое военное имущество. Да, Рокоссовский, товарищ Сталин. Я нарочно не звонил вам раньше, не хотел мешать. Как дела? Докладываю, товарищ Сталин. Несмотря на отчаянное сопротивление, задача первого этапа выполнена. Фронт Паулюса прорван. Западный выступ оборонительной системы немцев срезан. Так. Хорошо. Чтобы в максимальной степени использовать благоприятную обстановку, центр тяжести переносим на действие 21-й армии. Во взаимодействии с ударной группой 64-й и 57-й армии она завершит окружение группировки врага в районе Басаргино-Варапонова. Помню. Помню эти места. Варапонова. Там много оврагов, балок. Трудно вам будет. Хорошо. Согласен. Действуйте. Отдайте приказ об отходе наших войск на восточный берег реки Рассошки. Организуйте там сопротивление. Рубеж по Рассошке и Червленой открыт с флангов, господин генерал-полковник. Прикажите немедленно перебросить туда наши резервы из Сталинграда. Последние? Да. Выполняйте. Теперь нам остается только одно. Биться и оттягивать наш последний час. Солдаты нуждаются в моральной поддержке. Опубликуйте мой приказ. Адам, пишите. Солдаты, вы знаете, что грозит нам, если армия прекратит сопротивление. У нас есть только одна возможность – бороться до последнего патрона.
Будем надеяться на близкое избавление, которое находится в пути к нам. Что находится в пути к нам? Смерть. Несмотря на упорное сопротивление, мы оставили наши последние позиции. Мы отходим к Сталинграду. Катастрофическое положение с продовольствием, боеприпасами, горючим. Позиций нет. Помещений нет. Появляются тяжелые признаки разложения. Самоубийство. Помешательство. Я прошу, мой фюрер, свободы действий в целях продолжения борьбы, пока она возможна, или капитуляции, если возможность продолжения борьбы исчезнет. Командующий 6-й армией генерал-полковник Паулюс. Километра разделяет теперь нас. Завтра идем на соединение.
присвоением вам звания генерал-фельдмаршала. Благодарю. Фюрер так щедр. Что в городе, Шмидт? У ворот стоят советские парламентеры. Оружие. Господин фельдмаршал, вы пленены частями 64-й советской армии. Донского фронта с успешным завершением ликвидации под Сталинградом вражеских войск. Объявляю благодарность всем бойцам, командирам и политработникам Донского фронта за отличные боевые действия. Верховный главнокомандующий Сталин!